Транспортные проблемы по-прежнему животрепещущая тема. Одна из самых обсуждаемых – связь между старыми и новыми Химками. Для этого в округе строят Репинскую развязку. Она призвана разгрузить Ленинградское шоссе, соединив жилую и промышленную части города. Протяженность почти 840 метров позволит обустроить 5 полос для автомобилей. О ходе работ доложил глава округа Дмитрий Волошин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш». Нашему городскому округу выпала особая роль по подготовке территории. Под строительство путепровода предполагалось задействовать более 80 земельных участков. Эта работа выполнялась совместно с коллегами из правительства Московской области. Именно Московская область взяла на себя расходы по выплате компенсации за коммерческие объекты, на территории которых сейчас ведется строительство. Строительство Репинской развязки – результат плотного взаимодействия городских, федеральных и областных властей. В конце 2019 года был заключен контракт государственный, значит, генеральный подрядчик «Стройтрансгаз», достаточно крупная организация, работающая на многих областных объектах, поэтому с уверенностью заявляем, что мы там, до 2021 года эти все работы выполним. Тем не менее, значит, задача стоит это до конца 2020 года запустить движение. На встрече жители подняли и другие вопросы инфраструктуры. Наталья Смирнова живет в квартале Старбеева. Ее интересует, как оттуда добраться до старых Химок. Между кварталом Старбеевым и старыми Химками проходит новая Ленинградка, М-11. И хотелось бы, чтобы был въезд и съезд на эту новую Ленинградку со стороны Ленинского проспекта. По словам Дмитрия Волошина, пока сделать съезды невозможно, потому что дорога является частной. Но подчеркнул, что власти делают все, чтобы наладить транспортное сообщение. Например, решают проблему связи микрорайона Левобережный со старыми Химками. Выпускаем паром от Эко-берега в парк Толстого. Пока вот такая мини-мера, хотя бы, чтобы мы в этом году какой-то шаг сделали вперед. Долгострой, экология, строительство социальных объектов – далеко не полный перечень вопросов, которые волнуют химчан. Именно поэтому такие встречи главы с сотрудниками «Энергомаша» теперь будут проводить раз в 3 месяца.